многие подумают, сейчас начнутся танцы. Нет, друзья, я бросил бальные танцы еще в подготовительной группе. Был такой пухленький мальчик, и у меня ничего не получалось. Поэтому сегодня совершенно другое шоу. Убойная лига на канале ТНТ. К этим людям часто подходят на улице, рассказывают им анекдоты и просят денег. Я представляю вам членов нашего уважаемого жюри. Певицу, красавицу, мисс «Русская коса» 2009. Этот титул она получила от себя же, от мисс «Русской косы» 2008. Марина Девятова. Этот человек занял второе место на конкурсе «Мисс Коса России 2009». Влад Топалов. Ваши аплодисменты. Бог создал мир за 7 дней. За 7 дней, друзья. А потом спокойно, не торопясь, скрупулезно, несколько тысяч лет создавал его, председателя нашего жюри, Михаил Наумовича Маршина. Люди, которые считают, что сухой спирт сродни аспирину, тоже бросил две таблетки в воду, выпил и чувствуешь себя прекрасно. Наши гладиаторы. Денис Косяков, Зеленоград. Если вы смотрите не ТНТ, переключите на ТНТ. Родной и Федяй, Сургут. Дуэт «Феминисты» Екатеринбург. Да, здравствуйте, здравствуйте. Кто ты? Добрый вечер. Тренер Коля, Одесса. Дуэт «Братья Карамазовы», Самара. Здравствуйте. Гутен Абен. Здравствуйте. Здравствуйте. Дуэт «Красивые», Красноярск. Ставки сделаны, господа. Респектушки. Больше нет. Мы огонь! И мы начинаем первый раунд. Покупайте дерматиновые бабки Химкинского кожгалантерейного завода. Сразу с цифрами. Первым на сцену выходит Денис Косяков, Зеленоград. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Меня часто напрягает, когда я слышу шутки про Молдавию, молдавских ученых и тому подобное. Я не люблю такие шутки. И сейчас я расскажу вам всю правду про Молдавию. Друзья, Молдавия хорошая страна. Поддержите ее аплодисментами, пожалуйста. Итак, Молдавия. Население Молдавии 3,5 миллиона довольных человек. У них нет вопроса, как дела. Они здороваются фразой «Я счастлив». В Молдавии самая плодородная земля. Она дает урожай без посевных. Прослушивание молдавского гимна излечивает от серьезных болезней, а просто чтение текста залечивает мелкие порезы. В жестоких и тяжелых молдавских драматических фильмах в конце главный герой перестает смеяться, а всего лишь улыбается. Слово «Молдавия» Word подчеркивает красиво. Но Молдавия не была бы такой прекрасной, если бы не город Калараш. Самый неблагоприятный район Калараша – это район, где меньше всего посажено цветов. В каларашских привокзальных туалетах пахнет счастьем и кинзо. Но молдавский паспорт фотографируют до тех пор, пока не получится красиво. Молдавские порнофильмы заканчиваются свадьбой. А если покончить с жизнью на территории Молдавии, то вы обязательно воскреснете на одном из чекпоинтов. В молдавском языке нет слова «грусть», «очередь» и «подорожала». На посвящении в молдавских сатанистов вас заставит поцеловать котенка. На молдавской клавиатуре невозможно поставить грустный смайлик. В Молдавии настолько добрые и отзывчивые люди, что Глызин там собирает стадионы. Ну и в конце. Если вечером в одном из районов Молдавии вдруг отключат свет, и мама не успеет дочитать ребенку сказку, то жители окрестных домов, чувствуя, что где-то плачет ребенок, встанут в живую электрическую цепь и будут терпеть до тех пор, пока мама не дочитает сказку и ребенок не уснет. А еще в Молдавии неплохое вино. Спасибо. Вот какой монолог нужно выучить и прочитать для того, чтобы получить гражданство Молдавии. Но для того, чтобы получить визу, нужны какие-то деньги. Уважаемые судьи. Вы знаете, вот я лично очень люблю Молдавию, поэтому мы, посовещавшись, решили поставить 24. 24 тысячи в банке. Как говорят молдаване, трумбун счастливого пути. На сцене родной Федяй. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Итак, представьте, Павел Глоба, казино. Господа, делайте ваши ставки. 5000 на 25 красных. Сыграла 14 черная.
6000 на 25 красных. Сыграла 14 черная. 5000 на 25 красных. Сыграла 14 черная. Я же звезды. Подожди. 5000 на 14 черный. Сейчас. Сыграла 25 красная. Так должно же. Как-то... Алло, дорогая. Ты у меня часы перевела на летнее время? А? Понятно. Ну, продавай шкаф, да. Руку дай. 2038 год тебя собьет КамАЗ. Номер КамАЗа, номер! По традиции заканчиваем выступление пингвинами в Арктике. Но на этот раз мы решили, что почему бы им куда-нибудь не переехать. Да. Вдруг. Итак, представьте, пингвины на Кавказе. Высоко-высоко в горах холодно. Нахохлились, давай-давай. Кавказ, Кавказ. Ключик, я настоящий джигит. Почему? Я чебану в папаху навалил. Что тут героического? Так она на нем была. Джигит. Джигит. А ты что сделал? А я недавно у чабана невесту умел. Так а что тут героического? Так она тоже на нем была. Во! Слушай, что? Смотри, что я у чабана украл. Что это? Сотовый. Украл, женись. Я не могу. Почему? Он бэушный. Слушай, ну чабан же туда зарядку втыкал. Втыкал? Значит, ты не виноват? Нет. Вообще не понимаю, почему его братья бегут на нас с кинжалами. Да. Не понимаю. Не понимаю, вообще, не понимаю. Не понимаю. Высоко, высоко в горах холодно. Нахохлились, давай, давай. О, Кавказ, Кавказ. Тост. Давай. Высоко, высоко в горах. Один маленький, но очень большой пингвин поспорил с чабаном, что он может летать, как горный орел. Он забрался на самую-самую высокую вершину, расправил вот это вот и камнем рухнул вниз. А на том месте, где он навалил, пока падал, забил родник. Так выпьем же за то, что мы в курсе и никогда не будем из него пить воду. А чабаны не в курсе? Не, уже в курсе, по-моему. Так валивши. Зачем валим? Нормально пойдем. Нормально. А нет, валим, 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 валим. Спасибо. Спасибо. Родной. Спасибо. А в своем родном городе они позиционируют себя как дуэт Smash. Сколько денег дадим продолжателю традиций? Было смешно, поэтому 24. Банки 48 тысяч. На сцене дуэт феминисты. Екатеринбург. Готовьте головной мозг. Не-не, наоборот. Не готовьте. Это как с прививкой, когда не готов, не больно. В группе тех, кто не тот, чтобы там с тем, а то ишь, посвящается. Эпиграф. Эх бы мне бы, эх бы, где бы, как бы, эх бы, мне бы. Там же, где же, как бы, кто бы, где же, там же, во как, нудок, ишь как, ну и ну, а то, а, все ясно, нудок, о, врете мне, да врем, не врите, тогда нет, не врете мне, да не врем, тогда смотрите, вам, а то, смотрите мне, почему вам, ну не вам же, как не мне же, да как же, где же, что же, как же, как же, как же, вам же, мне же, как же, вам же, как же, что же вам же, мне же, так же, как-то так же, как-то так же, вам же, все же, да, дела, садись на стул. Что? Ну как? Совсем никак? Или так? А? Как?
На дачу поеду. Хорошо. А есть пить? Да, да, есть пить. Не, я говорю, есть пить? Пить есть. Есть нет. Главное, что пить есть. Главное, что есть нет. Но пить-то есть. Но есть-то нет. А если есть пить? А что тогда пить? Есть? Есть, есть, пить, пить. Но если есть, нет, тогда пить есть. Нормально. Нормально? Нормально. Это хорошо. Это нормально. А у меня вчера женщина была. Настоящая женщина? Настоящая женщина. Настоящая живая женщина? Настоящая, живая, целая женщина. Настоящая, живая, целая женщина женского пола? Ну да, красивая, настоящая, живая, целая женщина женского пола. Красивая, настоящая, живая женщина женского пола без физических недостатков? Ну да, на все согласная, красивая, настоящая, живая, целая женщина женского пола без физических недостатков. Красивая, настоящая, целая, живая женщина женского пола без физических недостатков совсем? А, не, вспомнил. У нее один мизинец, короче, другого. Но она же целая? Ну да, целая, живая женщина. Ну все, согласна, красивая, настоящая, целая, живая женщина. Ну да. Умная, на все согласная, красивая, настоящая, целая, живая женщина женского пола. Умная, на все согласная, красивая, настоящая, целая, живая женщина женского пола. Ну да. Умная, на все согласная, красивая, настоящая, живая, целая женщина женского пола, но без башки. Без башки в смысле не умная или в смысле не целая? Ну и, соответственно, не умная. Не, без башки в смысле физического недостатка. У тебя была женщина без башки в смысле физического недостатка? Была. Вау или блин? В смысле? В смысле вау была или блин была? Или как у всех? Вечером вау, а утром блин. Вечером и-ха, утром ха-и. Вечером стулья, утром деньги, а? Не плюй в полоний! Вымести бы конюшни, что я что-то непонятное говорил? Э? Где сел, там и слез. Любишь кататься, люби и саночки возить. Что это? Тогда это вы называете поговорки. Кто называет детей в честь мундира? Кто смысл нашел в этой фразе? Кто смысл нашел в этом номере? А знаете, зачем мы вам его показали? Все это ради денег. А, ну да. Их, ради денег, да. Настоящие целые мужчины мужского пола, без физических недостатков, но и без башки, временами, хотят получить энную сумму. 2 в четвертой степени плюс 2 умноженное на 2 в квадрате получает дуэт феминисты. Что такое? Я просто смотрю. Вы чего-то не поняли, может быть? 24 тысячи. В банке 72 тысячи рублей. На сцене тренер Коля Одесса. Давай! Всем привет! Вы знаете, так повелось в нашем мире, что у всех есть свое радио. Но мало кто знает, что свое радио есть у армии. Всем привет! С вами я, диджей-дедушка! И хит-парад дембельской песни «Музыкальный лось». Музыкальный лось на... И сразу 5-е место. Песня нашего сержанта, который дистрофик. Если не укроюсь, то летаю я во сне. Я не ем почти, что еда не помещается во мне. Если вдруг захочешь обо всем мне рассказать, ветер знает, где меня искать. Извините, а когда умер Цезарь? Не знаю, салатов не ем. Армейский юмор на Дембель-ФМ.
Четвертое место. Песня жены военного. Она хотела бы жить на Манхэттене или хотя бы не жить в Житомире. Ксения Собчак и Анатолий Вассерман по-разному представляют себе многочлен. Армейский юмор на Дембель ФМ. Третье место. Вернулся в часть веселый ты, на кухню сразу побежал. Тебе мерещились менты, ел все подряд, ты странно ржал. А я пойму все по глазам. Реклама на Дембель ФМ. Продам ГУТР после ДТП в отличном состоянии. Кстати, как вы думаете, в Германии есть парк 60-летия поражения? Дембель ФМ, нам важно ваше мнение. Второе место. Песня про суровые порядки в женском батальоне. Мы сломали ей нос, расцарапали щеки ногтями, и синяки оставили прямо над верхней губой. Вырвали клок волос из-за уха, кусали зубами, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Дедовщина, дедовщина, будешь здесь смешным для всех. Дедовщина, дедовщина, есть одна награда. Дембель ФМ, первое место. Но майор приказал чистить танки. Мы сказали, чтоб нафиг он шел. Он орал, просто лез наизнанку. Но пусть сам чистит танки, козел. Потому что мы пилоты. Небо наш, родимый дом. Вчера мы спиртом терли самолеты, а наутро похмеляли их пивком. Дембель ФМ, нам 2 года, прощайте! Тренер Коля, Одесса! Такому просто страшно не давать денег. Так на меня не орали с 1 класса. Уважаемые судьи, сколько 36 тысяч рублей мы отдадим этому ненормальному? С песни по жизни. 36. 108 тысяч в банке на сцене «Братья Карамазовы», Самара. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Немножко странного самарского юмора. Да, продолжаем неадекватно этой сцене. Да-да-да. Зарисовка из жизни грузчиков. Держи, Коляныч, держи ящичек с помидорками. Грузи его. Только держи ящичек с огурчиками, давай, грузи. Только держи ящичек еще с помидорчиками да с огурчиками, грузи. Извините. Так, перекур. Коляныч, что-то я смотрю, ты как-то без души грузить стал. Без энтузиазма. Да и мужики про тебя слух пустили. Уже боятся с тобой в раздевалку зайти. Не говоря уж про душ. Говорят, ты в универ поступать собрался? Да ты чё, Степаныч? Степаныч, ты чё? Да чтоб я наше дерьмо на жизнь нормальную променял, что ли? Да как я могу вот эти харчки в длину поменять? Чё, на поход с детьми и в театру? Ты чё? Ты хочешь, чтобы я в лифтах терпел? Да если я дом стульчак поднимать начну, вся шинтрига пропадет. Да если я вместо боярышник мартель хлестать буду, что будет тогда, а? Или ты хочешь, чтобы я вместо мата выкать начал? Ты хочешь этого, нет? Нет. Я хочу! Степаныч! Степаныч, не знаю, что делать, так, выручай! Коляныч, успокойся, успокойся, успокойся. Да. Так, помни, с чего все началось? Книги начал читать, вот с чего началось. В пятницу, значит, пришел домой. Думаю, ну как нормально, футбол посмотрю. Бутылочку достал с холодильника, рыбку на газетку режу, а глаза раз и читать газетку-то. И читают с непривычки, устали через 5 минут. Я ж слов длиннее, чем на заборе, в жизни не читал. А тут на тебе полгазеты. Ну, устал, думаю, отдохну, радио включаю. А там место Анатолия Полотно, Каунт Бейси. Это еще кто такой? Ну это как полотно, только на пианино и хорошо. Слушай, Коляныч,
Коляныч, не знаю, где ты заразу-то это мог подцепить. Слушай, а может, тебя учитель какой укусил? Ну, не знаю. Вспомнил, точно, в метро. Очкастый один на ногу наступил. Я ему... Ничего страшного, говорю. Садитесь, говорю, на мое место, пожалуйста. И через плечо ему в книгу ткнулся. И давай читать. Что делать-то, Степаныч, что делать? Ладно, Коляныч, есть у нас средство одно. Есть надежное, проверенное средство. Давай, какое? Лопани-ка ты денатурата нашего, а? Рабочего. А я не ослепну. Ты от книг своих быстрее ослепнешь. Да. Ты, говорю. Все, пей до дна. Вот, на-ка, сигарет тебе закури, а? Ну, полегчало тебе? Слушай, да, легче. Вот. Да, заметно легче. Ну вот, видишь? Ну-ка, дай спичку. Давай. Покури. Ну, Коляныч. Прям отпускай. Вот ведь она. Что за сигареты-то, а? А, вот, Минздрав предупреждает. Раковых заболеваний. Где сделано? В Австрии. Слушай, а столица Австрии... Так, ну что ты опять начинаешь? А где у нас Антон? Прекрати ты меня эту гадость-то. Спасибо. Слава. Дима. Спасибо. Если перевернуть голову Славы Назарова, то визуально ничего не изменится. Мы посовещались и вместе решили, что 24. 24 тысячи, итого 132 тысячи в банке. На сцене дуэт «Красивая Красноярск». Да! Здрасте всем. Ура! Здрасте. Итак, дорогие друзья, случай возле кабинета венеролога. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего, в следующий раз умнее будем. С кем не бывает. Ну, как говорится, не ты первый, не ты последний. Как бы. Доверяй, ну проверяй. Это как, сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Вот там, да, где-то. Да. Как? Волков боятся в лес не ходить. Как говорится, не суй палки в колеса, а то... А что-то такое. 7 раз отмерь и 1 раз только вот отрежь. Утяни няня к дитё без глаза. Тут такая... Барак Обама, вот... Ну, это тоже не сюда. Это, как говорится, без труда не вытащишь и ры... А, это не то, да. Это не то. Это к Вералашу, да. Это Санта-Барбара. Режиссер Бриджит Добсон Джероб Добсон. Корабли лавировали. Да не вылавировали. Да. Шла Маша по шоссе, а Сансаныч. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. А теперь как получается? Висит груша, а нельзя. Это как вот эта загадка, да? Кто его раздевает, тот слезы проливает. Это про меня. Ну или лук. Ладно, пойду все-таки. Удачи. Узнаю все Респект дела. Респект усел. Респект и уважуха. Давай. Так, прошло 15 минут. Ну что? Что доктор сказал? Thank you.
Весь покрыт зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрыт зеленью, абсолютно весь. Здоров! Ну, понятно. Наверное, теперь я. Ну, давайте. Вот. А вы почему в другой? А я к стоматологу. Друзья, надо дать на лечение. Интересно, у нас не было практически никаких сомнений. Никто не дрался, не убивался здесь. Не было длительного совещания. 36 тысяч. В банке 168 тысяч. Друзья, мы закончили первый раунд. Самое интересное еще впереди. Вы смотрите «Убойную лигу». Оставайтесь с нами. В эфире «Убойная лига». С вами Леонид Школьник. И мы продолжаем. У нас на носу второй раунд, друзья, где все желающие могут заработать, просто написав шутку и прислав ее к нам. В общем, знаете, как с Windows. Один раз напрягся и забрел, и греби бабло всю жизнь потом. Участники на сцену. Пока участники поднимаются, я напомню, для телезрителей, которые хотят, чтобы их шутки прозвучали в нашем шоу. Во-первых, они не должны содержать в себе нецензурной брани. Во-вторых, рекламы брендов. В-третьих, антирекламы брендов. И в-четвертых, они должны быть оригинальными, то есть не украденными ни у кого. Понимаете, да? Второй раунд. Друзья, в банке 168 тысяч. Это значит, что одна шутка будет стоить 28 тысяч рублей. Первый ответ в зачет, все остальные просто для того, чтобы поддержать статус юмористического шоу. Пишет нам какая-то тетя. Немногие знают, что Валуев не любит черно-белые комедии. А вот тетя знает и делится с нами этой информацией. Друзья, вы знакомы с Николаем Валуевым? Через телевизор. Через телевизор? Нет, да. Ну так я и с Брэдом Питтом, в общем, на короткой ноге. Телек-то рядом, в общем. Иди, говори. И немногие знают, что Валуев не любит черно-белые комедии. Потому что в комедиях того времени не говорят, а пишут. А тут у Валуева проблемы. Это был ответ в зачет. Да. Немногие знают, что Валуев не любит черно-белые комедии. Просто Николай больше любит, когда люди не смеются, а плачут. Спасибо, спасибо. Меня знают. Маэстро, да, сейчас будет ответ. Сейчас будет ответ. Ох. Он такой, да. Немногие знают, что Валуев не любит черно-белые комедии. Просто Николай втайне завидует Чарли Чаплину. Ну, потому что тот быстро двигается. Немногие знают, что Валуев не любит черно-белые комедии. А кто знает, мертвы. Какая-то тетя знала. Куда отправлять деньги? Мы не знаем. Спасибо, друзья. Какая-то тетя пишет. Немногие знают, что Валуев не любит черно-белые комедии, так как думает, что Чарли Чаплина играет Гитлер. Друзья, честно говоря, нам в принципе не импонирует, когда про Валуева начинают шутить про, как про глупого человека, поскольку там по правде он совсем таким не является. Вот. Влад, хотя вы его знаете только телевизору. Через телевизор. Да. Но согласимся, что все-таки идея по поводу того, что Чарли Чаплин играет Гитлер, она поинтереснее, чем человек просто не умеет читать. Так что, извините, друзья, но 28 тысяч уходит Чарли Чаплину, которого играет Гитлер. Чарли Чаплин получает свои 28 тысяч. В банке 140 тысяч рублей. Мы продолжаем. Пишет нам ветеран юмористического движения Рома Шишкин. Новая услуга от Мегафон. Вот такая. Ребята, скрестили пальцы. Новая услуга от Мегафон.
Мега-шум, мега-треск. Новая услуга от Мегафон. Новая услуга от Мегафон. Подключись бесплатно к Билайн. Да, да, да. Новая услуга от Мегафон. 8 километров кабеля и очень выносливый связист. Новая услуга от Мегафон. Пополни счет на 500 рублей. Помоги Мегафону в кризис. Это были все варианты добивок. Против тренера Коли играет наш постоянный телезритель Рома Шишкин. Новая услуга от Мегафон. Автоматический дозвон и сброс. Уважаемые судьи, ваше мнение. Деньги остаются у ребят. В банке 140 тысяч рублей. Мы продолжаем. Пишет нам деревянный солдат. Новые лезвия с тремя режущими элементами бреют в 3 раза чище. Такой рекламный блок пошел у нас. 3 раза больнее. В ответ на что крыша бралась в парк. Побил чище. Новые лезвия с тремя режущими элементами бреют в 3 раза чище. Первое лезвие бреет чисто, второе еще чище, третье чистит зубы. Это был ответ в зачет. Новые лезвия с тремя режущими элементами бреют в 3 раза чище. Хотели сначала сделать с 4, но стало жалко десны. Новые лезвия с тремя бреющими элементами бреют в 3 раза чище. Однако Вассерману все равно нужна коса. Роман Постовалов. Нет, сейчас будет. Сейчас будет. Новые лезвия с тремя режущими элементами бреют в 3 раза чище. Перед употреблением проконсультируйтесь со своим бреющим врачом. Вот. Друзья. Самый логичный. Вот что пишет деревянный солдат. Новые лезвия с тремя режущими элементами бреют в 3 раза чище. А последнее лезвие в пачке бреет еще и в 3 раза дольше. У нас одни девчонки в зале, поэтому так... Шутка про зубы определенно смешнее, поэтому деньги остаются в банке. Спасибо, спасибо. В банке 140 тысяч рублей, мы продолжаем. Пишет нам Ленск28. Если бы обычного россиянина попросили нарисовать символ вечности... Многоточие. Влад, символ вечности в математике как выглядит? Символ вечности? Бесконечности, может быть? Да, совершенно верно. Я пошел, вы мне зарплату за ту программу отдадите, а за эту можно... Нет, на самом деле у меня по математике был кол, поэтому... Кол? Кол, да. Я приходил на экзамен, на диктант, и мне говорили: Топалов, я тебе поставил уже кол, иди гуляй. С 7 класса я так учился. Я не ослышался, вы на диктант ходили по математике? Мы учились вместе. Я тоже ходил на диктанты по математике. Ну да, ну контрольный диктант, как говорится. Поэтому и символ вечности я представляю себе как-то в голове. Если бы обычного россиянина попросили нарисовать символ вечности... Он бы нарисовал Ленина в форме восьмерки. Нет? Профиль Гурченко. Михаила Ивановича Марфина. Нет? Путина в кимоно. Перевернутого вверх ногами Чебурашку. Просто бы ямку выкопал. Нет? Копию контракта об ипотеке. Что, теща? Что, школьник. Совершенно верно. Это был ответ в зачет. Если бы обычного россиянина попросили нарисовать символ вечности... Он бы послал вас в бесконечность. Если бы обычного россиянина попросили нарисовать символ вечности... Он бы ручку спер. Хорошо. Что нам пишет Ленск28? Если бы обычного россиянина попросили нарисовать символ вечности, он бы выглядел как светящаяся вывеска магазина 24 часа. Уважаемые судьи, кому отдаем деньги? В банке деньги остаются. Деньги остаются в банке. 140 тысяч в банке. Следующая шутка. Пишет нам старый. Правительство Москвы проявило еще одну заботу о москвичах и гостях столицы.
Юрий Михайлович, хватит нам писать. И бог. А почему мужской манекен в розовой шляпе? Ну так в этом и парадокс. Костюмер нетрадиционной ориентации, да, на передаче? Я не хотел бы, сказать, вслух говорить, в какой вы сейчас кофте, Влад. В красной, между прочим. Ну не такая шляпа у меня. Или вы намекаете на то, что вам не хватает шляпы, да, так сказать, полноты. Я хотел забрать ее. Конечно, не вопрос. Можно? Рома, шляпу, пожалуйста, передай. Я просто знаю, к кому обратиться. Это единственный человек, который падает, пытаясь снять эту шляпу уже третий год. Он, у него тоже не подходит. Лень, я думаю. Извини, пожалуйста. Это все Топалов. Правительство Москвы проявило еще одну заботу о москвичах и гостях столицы. Теперь вокруг столицы строят резиновые дома. И Москва официально считается резиновой. Правительство Москвы проявило еще одну заботу о москвичах и гостях столицы. Четвертое транспортное кольцо будет построено в виде американских горок, чтобы в пробках было не так скучно. Правительство Москвы проявило еще одну заботу о москвичах и гостях столицы. Еще одну? Правительство Москвы... Зеленоград — это не Москва, кстати. Меня никто это никогда не увидит. Это Москва! Я знаю. Нет, ну я-то знаю. Но где Кремль у вас? У меня московская прописка. У меня номера 199. Что я еще могу сделать, чтобы доказать этому человеку, что этот пиджак не очень хороший? Я шучу. А в Пензе на этот пиджак молились. Я его снял с памятника. В 80-м году. Пиджак мэра. Отвечает Роман Постовалов. Правительство Москвы проявило еще одну заботу о москвичах и гостях столицы. Про пиджак смешнее все. Вот что пишет старый. Правительство Москвы проявило еще одну заботу о москвичах и гостях столицы. На подъездах домов развесят буквы М и Ж. Уважаемые судьи, прошу вас вынести нелегкое решение. Мы посовещались и решили деньги отдать телезрителю. Про резиновые дома мы не очень поняли. В банке 112 тысяч рублей. Мы переходим к последней шутке. Прислал ее нам человек 3000. Скоро всех работников ГИБДД заменят лежачими полицейскими. Или пусть. Ну как думаешь? Да, давай скажем. Ну тут только нормально. Бодренько. Ответ в зачет. Скоро всех работников ГИБДД заменят лежачими полицейскими. И для того, чтобы заплатить им штраф, нужно будет с ними поваляться, там, поболтать, там, туда-сюда. Но с другой стороны, это же нужно опуститься до их уровня, я чё не понимаю. Скоро всех работников ГИБДД заменят лежачими полицейскими. То есть давайте вообще дороги испортим, да? Да, вы что, хотите, молодцы, вы что, хотите, чтобы люди плевали на землю? Что это такое, а? Дороги, фоки. Бунт на корабле. Я боюсь, скоро... когда Коля занят стоит, честно. Скоро всех работников ГИБДД заменят лежачими полицейскими. Для России это очень плохо. Вспомните историю. Мы в 17 году царя уже заменили одним лежачим. Скоро всех работников ГИБДД заменят лежачими полицейскими. И у них появится гимн. Я лежу и лежу, и Субару торможу. Друзья, это взрывная волна юмора Ильи Соболева оттолкнула Славу Назарова за пределы сцены. И по правилам сумо он побеждает.
Что написали 3000 человек нам? Скоро всех работников ГИБДД заменят лежачими полицейскими. И рядом с каждым поставят урны для пожертвований. Вот в отличие от предыдущей репризы, где соревновались банальности, и банальность, произнесенная со сцены, проиграла банальности, присланной телезрителем, в данном случае соревновались хорошие ответы. И победил хороший ответ, прозвучавший со сцены. Поэтому деньги остаются в банке. В банке 112 тысяч рублей. Мы закончили второй раунд. Очень скоро будет третий. Пока немножко рекламы. Оставайтесь с нами. Убойная лига на ТНТ. Убойную лигу. Друзья, где можно увидеть редкие виды животных, которых нет даже в Красной книге? Ну, например, говорящих креветок из Красноярска. Ну, только в нашем третьем раунде, друзья. Третий раунд. Ваша ставка. Окей. Друзья, мы ставим столько же, сколько съедает в среднем фармацевт из Кишинева. Крупы. Мы ставим 30 тысяч. Откуда у него столько крупы? 25 тысяч рублей! Конечно. Ставка принимается. Мы начинаем. Друзья, предложите, пожалуйста, место, где будет все происходить. Волшебник. Официант. Аквапарк. Как персонаж вполне. Что вам больше нравится, официант, волшебник или аквапарк? Мариночка. Ну, официант меня больше устраивает. Вас больше устраивает официант? Да. Итак, волшебник. Друзья, как обычно, услышь, что хочет женщина, и сделай иначе. Пусть будет волшебник, давайте, где волшебник? Где волшебник? В пионерском лагере, как вариант. Где-где? В тату-салоне. Ну, и морге! Человек, который отвечает за слово «морг» в нашей программе, выкрикивает его все время. В аду. Между адом и моргом есть еще одна прослойка, я вам напоминаю. Метрополитен. Дайте волшебник в метро будет. Никто не против? Волшебник в метро. Волшебник в метро. Поехали. Просто морг. У нас любимый морг. Эмо. Я все в куче. Морг, эмо, гопник. Баня, да. Ну. Итак, волшебник, который предсказывает будущее в метро. Стойте! Я вижу будущее! Не ходите, не садитесь в этот вагон! Вы не доедете до охотного ряда! Не садитесь, я умоляю, не садитесь! Вы не доедете до охотного ряда! Я вижу будущее! Да почему? Потому что охотный ряд — это красная ветка, это туда, это синяя. Ну, я понял. Другую... Волшебник в метро. По эскалатору не бегаем. По эскалатору не бегаем. По эскалатору не бегаем, а то в жабу превращу. Жабикус тодикус. По эскалатору не прыгаем. Куда уходим? Волшебник в метро. Уважаемые пассажиры, разрешите к вам обратиться. Обратите внимание на замечательную ручку Эрик Краус. И в это время... Я охренел, я столько интересного рассказывал. Слушай, в метро. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Что будете заказывать? Официант, вы откуда тут? Меня выдумала Марина Девятова. Господи, она такая волшебница! Итак,
волшебник в метро. Мужик, купи солдатика! Не нужен мне солдатик. Я говорю, мужик, купи солдатика. Да мне не нужен солдатик. Купи солдатика. Да мне нафиг не нужен солдатик. Лучше купи, а мне тоже был не нужен. А, волшебный случай при прокладке метро. Давай. Стой, 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 тихо, 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 тихо. Старинный какой-то. Коньяк? Может. Слушайте, это джин, я читал. Он выполнит любое наше желание. А? Я 600 лет сидел в этой бутылке без баб. Сначала мое. Это были волшебники в метро. Большое спасибо. Ставка 25 тысяч. Сыграла ли ставка? Мы думаем, что все было достойно. Ребята, вы молодцы. Ставка у вас остается, она сыграла. 137 тысяч в банке. Мы продолжаем. Третий раунд. Ваша ставка. Дамы и господа, мы ставим столько же, сколько ресниц у этой девочки. 25 тысяч. Ты не все нам показываешь. Ставка принимается. Мы можем предложить любые варианты, любые темы, любые ситуации. Давайте начнем. Кто? Футболист. Что? Футболист. Футболист. Хорошо, футболист. Я такой покладистый. Футболист. Где? На кухне. На кухне. В пивной футболисты, но это нормально. У психиатра. Хорошая тема. Нравится? Футболисты у психиатра. Нет? И трусы. Спортсмены у психиатра хотите? Итак, спортсмены в больнице. Спортсмены в больнице. Спортсмены у врача. Ты гребаный фехтовальщик! Ляжь на операционный стол, тебе нужна срочная операция! Фиг вам! А вы скальпель положите? Нет! Случай в больнице. Да, спортсмены в больнице. У терапевта. Это, так! Здрасте. Здорово! Это, ты, ну там, помощь, ты, врач нужен! Ну, я понял, вы что, боксер? Да, ну, нет, чтоб голова, чтоб, ну, там помощь. Я понял, вы еще и... Я говорю, вы боксер? Да не, я синхронистка, в пустой бассейн нырнула. Да, ну, ты... ну, пройдемте. Здравствуйте, доктор. Здрасте. Помогите мне, пожалуйста. Я вижу, у вас проблемы. Вы что, этот, как его, прыгун в шестом? Да нет, вы что, я боксер? А, ну тогда вот так вот, да. Вот, спасибо, да, пожалуйста. Спасибо. Да. Чудо. Нет, ты-то врач. А, давай. С правой стороны. Итак, случай в одном из кабинетов прекрасной клиники для спортсменов. Рукой стучим. Тыщ. Здравствуйте. Мы женская сборная по синхронному плаванию. Нам нужна прививка. Кому именно? Мне. Спортсмены вылечены. Ставка 25 тысяч рублей. Если Владу понравилось, значит она прибавляется к банку. Не понравилось, вычитается. Ну, я здесь все-таки не один, поэтому коллегиально мы решили, что сыграла. Ставка сыграла. Ставка сыграла. В банке 162 тысячи. Мы продолжаем. Ваша ставка. У Светки Соколова день рождения. Ей сегодня 30. Мы все поняли. Мы знаем эту песню. 30 тысяч рублей на кону.
Что будем делать? Давайте решим, где. Консерватории. Педиатра ж было уже, общежитие. Общежитие при консерватории, музыкального училища. Давайте уж тогда решим, чтобы они показывали все, что там может произойти. Будет логично. А что там может происходить? Вот мы сейчас и увидим. За 30 тысяч рублей. Все, что может произойти в общежитии музыкального училища. В музучилище. Сосед, срочно дай соль, а! Соль! О, спасибо, соль! Да. Консерватории. Сложно соль для меня. Случай в общежитии при музучилище. Ух, да, я сейчас, да, да. Объясни. Ребят, привет. Да. Здорово. Ага. У вас есть партитура? Что? Че? Ну, ко мне пианистка пришла. Есть партитура? Партитура, да. Спасибо, ребят. Мы порепетируем, я верну. А вам? Вам там вторая скрипка не нужна? Не-не-не, у нас дуэт, ребят. Везет им. Репетировать будут. Да, будут репетировать. А ты на флейте не играешь? Ремонт в музыкальном училище. Да. Общежитие музыкального училища. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Блин, все равно слышно, как Иванова вокал сдает. Давай. Мы пойдем с конем. Частушка! Я пошла на кастинг в группу, но им не понравилось. Отдалась тогда вахтеру. Чё ж я зря накрасилась? А возле музыкального училища... Возле общежития. Общежитие. После общежития. После общежития музыкального училища. Давай, иди сюда, гитарист. Наташка, слушай! Я не ною о судьбе, лучшие храня в себе, и признанием тебе досаждая. Опачки, привыкая к боли ран, я прощу тебе обман. Ты ж как в песне у цыган молодая. Эй, молодая. Молодой человек, Влад Топалов. Да. Это не твое. Ты этим никого не зацепишь. Как не зацепишь? Я нашел себя, это сейчас мой новый образ. Я имею в виду, это не твое общежитие. Это кулинарный техникум. Музыкальное чуть дальше. Не-не-не, мне это и надо. У тех-то слух есть, а эти-то хавают. Поехали, давай. Банки 192 тысячи рублей. И последние томительные минуты. Судьи пилят деньги. На самом деле, достаточно трудные решения, потому что претендентов сегодня было много. И тем не менее, мы решили, что сегодня банк забирают дуэт «Красивые». И братья Карамазовы.
банк забрали старички. Дуэт «Красивые братья Карамазова». Удачи им! Скоро все эти денежки осядут в самых престижных московских музеях и библиотеках, друзья. А мы увидимся с вами через неделю. Убойная лига на ТНТ.